Дорогие друзья, здравствуйте! Я хочу вам предложить, значит, еду жизни от бренда Левант Кемучова Путин на здоровье. Значит, это то, чем мы сами питаемся и рекомендуем вам употреблять для того, чтобы долголетие ваше, значит, увеличивалось и здоровье было крепкое, сильное. И чтобы, значит, мозг хорошо работал, вот, функционировал, и чтобы вы могли добиваться, значит, все больше и больше новых успехов, когда будете энергичными. Для этого, значит, беру мацони от бренда Левант Кемучова Путин. Посмотрите, какой шикарный мацони, видите, да? Это не то, что кисель продают, да, или простоквашу. Вот, значит... Пол банки, можно и больше, значит, на тарелочку. После мацони, значит, да, бренда Левант Кемучова Путин на здоровье, беру чернику, вот шикарная черника, это наши поставщики, наши партнеры, вот, засыпаю. Вот, так, потом, значит, беру мед тоже от, значит, наших друзей-поставщиков, шикарный мед, вот, добавляю полную ложку чайную в этот состав, после этого, значит, добавляю сюда еще, значит, масло жизни, вот, пожалуйста, это из зародыша пшеницы. Шикарное масло. Вот. Полную ложку. Но уже большую ложку. Отсюда. И также, да, значит, масло из тыквенных семечек. Тоже это и масло жизни. И это масло. Наши партнеры изготавливают шикарное масло. Вот. Посмотрите, какой густой цвет, какое шикарное масло. И ложечку этого масла. Даже можно и полторы. Вот. И это все перемешиваем. И вот доводим до шикарной массы. И начинаем его употреблять. Очень вкусно. Это еда от бренда Левант Кемучова Путин. На здоровье. Желаю вам здоровья, счастья, радости, финансового изобилия. Желаю триллионов. А валюту каждый из вас выбирайте сами. Всегда рядом с вами и вместе с вами. Левант Кемучова Путин. Президент Международного движения «Мы за Путина». Владимир Владимирович. Президент клуба болельщиков «Патриот». А также основатель продюсерского центра Левант Кемучова Путин, а также, значит, бренда Левант Кемучова Путин на здоровье. Это и мацони, и эмеретинский сыр, и домашний хлеб, и, значит, многие продукты именно здорового питания. Все проверено нами, и то, что мы сами не едим, мы не советуем нашим друзьям. Ешьте на здоровье! Удовольствие, одно удовольствие. Ждем вас у нас в гостях.